сегодня картина собрала в прокате более $2 миллионов. На втором месте оказался фильм «Ночь страха». Касса индийско-американской ленты с Колином Фарреллом в главной роли составила почти $1,5 миллиона. И замыкает тройку лидеров детектив «Погоня». Фильм принес прокатчикам чуть более $1 миллиона. И в заключение о курсе валюты погоде. Курс доллара 32 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 45 копеек. В Волгограде +13, вечером и ночью 10-8 градусов выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Малооблачно и без осадков. И компании «Реклама 71». Реклама из первых рук. Реклама без посредников. 1-36-77-67-367-67. Газета «Слобода», интернет-портал myslow.ru представляет 23 июля в Северном Ледяном море. Там обезжает. Блять, нет моего мука.